патологоанатома сатаниста из Тульской области, подозревают в убийстве психиатра-нарколога Плавской ЦРБ, предположительно во время нарко-БДСМ-вечеринки. Сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы и его возлюбленная, работавшая психиатром-наркологом в местной больнице, проживали вместе в течение двух последних лет. 19 мая женщина не пришла на работу. Через три дня ее тело нашли в съемной квартире. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей. Как полагает следствие, 21 мая пара устроила БДСМ-вечеринку, где также распространялись рецептурные наркотики. Полицейские обнаружили запрещенные вещества в машине задержанного, там же были атрибуты сатанистов и извращенцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство», «Сбыт или пересылка наркотических веществ». По версии следствия, гибель могла наступить во время интимных игр и употребления каких-то препаратов. В Министерстве здравоохранения Тульской области информацию о смерти врача подтвердили. Врач скончалась, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщают в Минздраве.